и новое обвинение в изнасиловании. На этот раз в адрес Люка Бессона. В полицию обратилась 27-летняя актриса Сэнд Ван Рой. Она утверждает, что в четверг была с 59-летним режиссером в одном из отелей Парижа и потеряла сознание после чашки чая. По словам девушки, когда она очнулась, то поняла, что над ней надругались. Актриса добавила, что режиссер оставил ей пачку банкнот. Адвокат Люка Бессона заявил, что его клиент упал со стула, узнав о жалобе актрисы, и категорически отвергает обвинение.